Я нашел его. Эй, Ингди Окс, знаешь, что я нашел? Кстати, а чётенько ты выглядишь сегодня? Я попробую тебе первым. Что, что-то там не понравилось? Да, согласен, тут явно чего-то не хватает. Например, рыбы. Здравствуйте, добрый сэр, дайте мне немного рыбы. Я не добрый сэр, я очень злой сэр! Сэр, злой сэр, сэр, неужели это пожар? Ты про что говоришь? Так уже 40-й раз за эту неделю! Каждый раз к нам приходит посетитель, ты его убиваешь, мы ничего не продаем! Кому продадим на 4468 килограмм рыбы? Эй, смотри на яркую сторону. На 289 раз меньше, чем на прошлой неделе. Ага, это успех. Не считай того факта, что сегодня понедельник! Ну извини, пожалуйста. Я прости, но ты жёг нашего чела, который роет нам рыбу, но вот оставит только через сезон! Погоди, но у нас же осталось 3468 килограмм рыбы. В нашем мире вообще есть законы физики? А как мы весь этот месяц планируем заработать? Есть идея. Наш этих идиотов возле нашего магазина. Так вот, если мы просто возьмем какой-нибудь рандомный кусок туалетной бумажки и напишем на нем «Я табурет сезона», мы будем делать вид, что это шоу с призом, но на самом деле мы просто будем их заставлять работать на нас. Вы гений, сэр, злой сэр, сэр. Эйшки, зацените-ка этот супер-классный приз. Хотите его выиграть, вступите в наше шоу. Я всегда хотела быть табуреткой сезона. У меня и так уже есть сертификат, я табуретка сезона. С 6 шикарными применениями. Что? А у нас 7 шикарных применений. Так, это вроде все. Апокоза, накота, лапограты. Но теперь-то это все. Делись на команды или что типа того. Never gonna give you up. Never gonna let you down. Never gonna run around and desert you. Never gonna tell a lie. Never gonna say goodbye. Never gonna tell a lie and hurt you. Как же обидно, что это не настоящая серия. Да, согласен, обидно. Ну а когда выйдет настоящая серия? В это воскресенье. Что мне делать до этого времени? Слушай, это уже вопрос не ко мне. Обидно. Знаешь что, на тебя сейчас прилетит текст. Чё?